12 лет, 12 раз мы уже собираемся в этом зале, и каждый раз углубляемся вроде бы в одну и ту же тему, но эта тема оказывается неисчерпаемой. Так и нынче. Я тоже вроде давно занимаюсь Лениным, давно его изучаю. И опять открываешь для себя какие-то, значит, новые, интересные и глубокие пласты. Ну и в этот раз вопрос мне предстал. Почему Ленин? Почему Ленину удалось создать такую партию, которая совершила социалистическую революцию и построила, или, по крайней мере, начала строить первое социалистическое государство? Ведь в 1917 году в России было 50 политических партий и общественно-политических организаций, которые боролись за власть. Это сейчас. 74 сейчас. Как сейчас мы не знаем эти 74, но мы знаем партии, которые в Думе есть, которые тут еще 11 участвуют в местных, региональных избирательных кампаниях. Основной массы, конечно, мы не знаем. Так и про те 50 партий. Знаем мы там эсеры, меньшевики, интернационалисты, там еще пяток, может быть, кто-то знает. А основной массы мы не знаем, они интересны. Но в каждой из них были по десятку вождей, причем у каждого из этих, у большинства из этих вождей были книги, это были тоже серьезные люди. Но Владимир Ильич, как теперь нам понятно, ну и после революции было понятно, это вождь из вождей и лидер из лидеров. Почему? Что в нем было такого, что позволило совершить все эти великие дела? И вот из моих студий получается, что вот таким главным фактором является его отношение к истине. Безусловное стремление, безусловное желание овладеть истиной, найти истину, докопаться до истины, во-первых. И во-вторых, если уж нашел, если уж установил, следовать ей также безусловно, во что бы то ни стало. Если один останусь, один буду действовать, как и показали многие, значит, ситуации, о которых, кстати, сегодня докладчики тоже вспоминали. И это для него не какая-то случайная и благоприобретенная такая вещь, не какое-то свойство такое, которое свалилось, значит, к нему с неба, а это выросло из условий его индивидуального развития. Именно сначала из его отношений в семье. Что имеется в виду? Имеется в виду, что он уже с детства, с юношеских лет, часто действовал не как дети по произволу, да, а по брату. Скажем, его спрашивают, как ты будешь делать, что ты будешь здесь делать? А я как Саша. Куда ты поедешь там на лето, где ты хочешь отдыхать? А я где Саша? Значит, там какие-то еще вещи. А как Саша? То есть Саша, у него был принцип, он действовал по принципу. И это принцип не какой-то тоже случайный и внешний, а принцип, относящийся к делу. Почему? Потому что Александр Ильич Ульянов, он с юных лет обладал таким некоторым обаянием, которое отметили и в университете, его университетские друзья и санкт-петербургские знакомые. Поэтому среди его знакомых были, скажем, Столыпин молодой, Вернадский Владимир Иванович, академик будущий, Юзеф Пилсудский, это брат, значит, польского министра, тоже выдающаяся личность по-своему. И так далее. В семье, конечно, в гимназии такой он был, достаточно авторитет. И когда он учился в Петербурге, он, оказывается, занимался рабочими, просвещал рабочих, читал «Капитал» Маркса, и молодой, собственно, у них разница была 5 лет, молодой Ленин тоже в этом ему следовал. И, значит, пытался читать и даже переводить «Капитал» с немецкого. Это еще в семинарии. И когда в 17 лет он узнал о том, что брат, значит, арестован и будет казнен, а потом и казнен, для него это было шоком. И как-то раньше я вот не связывал вот этот шок Ленина с шоком Платона. Это вот только занимаясь сейчас в этом году этой темой, я вдруг связал эти вещи. Что ведь Платон стал великим философом тоже под воздействием такого шока. Значит, в 18-20 лет у него был учителем и авторитетом Сократ. И вот он с этим Сократом, значит, ходил там по Афинам, по базарам, дискутировал. Сократ был для него величайшим авторитетом. И вдруг этого Сократа арестовывают, судят за то, что он, значит, отвращает молодежь от религии и занимает их там какой-то философией, и присуждают к смертной казни. И для Платона это был шок и кризис. Значит, и я думаю, что вот под таким воздействием потом Платон и стал таким убежденным последователем и развивателем Сократа. И Ленин, вот он в 17 лет испытывает точно такой шок. Не как он нынче приписывает, что там вот Ленин там мстил, значит, царю за убийство брата. Это, конечно, наивно и грубо, и наивно. Но что вот такой шок он испытал, значит, от того, что его авторитет вот так вот, значит, погиб, я считаю, что это безусловно. И начатки он получил ориентации на рабочий класс, на чтение «Капитала» Маркса. Поэтому, когда он потом приехал в Саратов и начал заниматься с рабочими, и начал с ними изучать и переводить даже Карла Маркса с немецкого, то тут уже как бы ничего и не было. Это он продолжал, собственно, вот эти вот начатки, которые он получил еще из взаимодействия с братом. К сожалению, вот этот перевод не сохранился, но рабочие в воспоминаниях, значит, констатируют, что у него была такая часть перевода «Капитала» Маркса. Ну и потом, надо сказать, в дальнейшем, скажем, когда вы читаете Ленина, вы часто встречаете, что все время опирается он на истину. Значит, действительно истиной там станет демократия, когда будет возможен отзыв депутатов. Там, скажем, небольшая такая заметка, там даже такая подготовка резолюции, но в ней несколько раз вспоминает истина. Или когда партийные документы, программу партии обсуждают, почитайте. Он все время, если кого-то критикует, это неверно, потому что это не соответствует действительности, это не истина, потому-то, потому-то и потому-то. То есть для него истина, она всегда вот здесь, всегда рядом, всегда он ее преследует, безусловно. Ну или, скажем, будущий академик Варга. Это в 18 году он еще не был академиком. Вот. Но Варга там с ним что-то такое советуется, что, мол, это как-то, ну, может быть, как-то скрыть. Ленин ему разъясняет. Правду нельзя скрывать. Значит, правду надо доносить, если она есть. Другое дело, что, может быть, не для всех. Какие-то партийные вещи, да? Да, они касаются только членов партии. Поэтому их вовне... Значит, можно не выносить. А вообще правда, она нужна всем. И правда у него в этом контексте, она используется как синоним истины. Может быть, не все различают правду и истину. Да? Правда – это односторонняя истина. Истина – это, ну, может так выразиться, всесторонняя правда. И Ленин-то эти вещи чувствовал. Значит, ну и безусловное следование, конечно. Если он сделал истинный вывод, он этому выводу следует. Но вот сегодня, скажем, вспомнили в одном докладе, например, Брестский мир, ситуацию по поводу Брестского мира. Таких ситуаций было много. И одна ситуация была, в общем, ситуацией такого идейного кризиса. Я имею в виду, когда в начале 900-х годов группа, в том числе большевиков, занялась так называемым богостроительством, богоискательством. И это было настолько остро для партии, что Ленин вынужден был погрузиться в проблемы философские более глубоко, написал выдающуюся работу «Материализм и эмпириокритицизм», где фактически дает такую теорию истины. И вот я только сейчас обратил внимание, что в некоторых местах Ленин говорит, что, упрекает своих оппонентов, что они не знают, собственно говоря, учебника. Все эти истины, которые они нарушают, это истины учебника. И из вот этого контекста чувствуется, что он, хотя и рассказывает очень глубокую теорию фактически истины, он ее говорит как бы не свою теорию, а говорит, что это вот классики так делают. Вот по-марксистски это вот так. Не по-моему, а по-марксистски. Что Ленин говорит, Энгельс говорит по этому поводу вот так. И я думаю, что вот из этого кризиса он и для себя кое-что вывел. А именно, он понял, что какие-то вещи, но они недоработаны. В частности, вопрос о критерии истины. Скажем, если вы почитаете эту работу, и я раньше читал, я понял, что истины и критерии истины у него некоторым образом рядоположены. Вот истина есть, а есть вот критерии. И вот если мы приложим, значит, одно к другому, это, собственно, и есть такое понимание, которое идет еще из древнегреческих эмпириков, из Пиррона. И я думаю, что вот этот занозу, он как-то ее почувствовал, во-первых. Во-вторых, в скорости возник кризис, такой политический, мировой кризис, связанный с началом Второй мировой войны. Когда началась Вторая мировая война, как вы знаете, Второй интернационал рухнул, он отказался от тех принципов и постулатов, которые были приняты Базельским конгрессом в 1912 году. Ленин, как и в ситуации с Брестским миром, оказался один фактически, который остался на принципах этого Базельского конгресса. И он оказался в кризисе, что чувствует, что что-то не хватает ни у них, и, видимо, индивидуально у него. А надо сказать, что в гимназии у него отличный диплом, но в нем все-таки есть одна четверка. И четверку ему поставил не кто-нибудь, а, значит, отец Керенского, который был тогда руководителем этой гимназии. И по отзывам, что вроде был такой серьезный человек. Но Владимир Ильич получил четверку. И вот я теперь думаю, что он получил четверку не за то, что он что-то не знал и не доучил, а он получил четверку за то, что, по воспоминаниям, это был ученик, ну, к которому всегда можно было обратиться и что-то выяснить. То есть он был лучшим, не случайно у него, значит, диплом там чуть ли не золотой. Не чуть ли, а золотой. Значит, поэтому не в логике дела, а дело в формализме, с которой преподавалась логика, и которой он чувствовал внутреннее такое несогласие. Поэтому, видимо, это тоже у него заноза такая все-таки осталась со школьных дней. И вот в это время он обращается к науке логики Гегеля. Значит, начинается война идет, острейшие социальные проблемы, он занят серьезными политическими трактатами и штудирует Гегеля по-немецки науку логики. Ее по-русски-то, я думаю, редко кто прочитал. Он штудирует это по-немецки. И вот в 29-м томе, значит, его собрание сочинений, конспект этого Гегеля, и там видно, как он, наконец, решает вот эту проблему соотношения теории и практики, понимает в это время, что теория – это и есть снятая практика, значит, что практика лишь тогда действительно, когда она пронизана теорией, истинной теорией имеется в виду, что это два момента одного движения к истине. И даже, говорит, практика выше теории. Почему? Потому что она наряду с всеобщим еще имеет и преимущество непосредственной действительности. Непосредственно мы видим на опыте, на практике, так это или не так. Хотя и в 1908 году он говорит об относительности практики. Действительно, и мы видим относительность практики. Ну и время, к сожалению, заканчивается, думаю я. Значит, но все-таки два момента надо отметить. Первое, что И последней такой выдающейся его работой, можно сказать, является завещание. Завещание и коммунистам, и рабочему классу, и всем, кто хочет заниматься, значит, философскими вопросами или чем-то серьезным. Я имею в виду его работу о значении воинствующего материализма, где он в очередной и, можно сказать, последний раз говорит, что наша партия и редакторы журналов философии должны быть кружками по изучению диалектики Гегеля. Он опять напоминает, что вопрос об истине, вопрос о логике – это серьезнейший, принципиальнейший вопрос. Или у вас это есть, и тогда вы побеждаете, или у вас это нет, и тогда ваша партия будет побеждаемой. Ну и мы убедились, что КПСС была побеждаемая партия и была побеждена. Поэтому я желаю, чтобы товарищи отнеслись к заветам Ленина всерьез, изучали науку логики, изучали логику и создали партию, которая будет действительно побеждающей. Спасибо. Ну, отчасти я сказал, но можно сказать и так. Ленин в гимназии еще ему преподавали, и он опирался на аристотелевское понимание истины. Истина есть соответствие мысли предмету. Но он у Гегеля, он у Маркса раньше усвоил, что истина есть соответствие понятия предмету. Не любого мышления, не любого колыхания сознания предмету, а понятия предмету. Когда человек доходит до понятия, а это бывает в теории, тогда он овладевает истиной. Если нету, не владеет. Но есть и вторая сторона. Соответствие предмета понятию. То есть, когда мы освоили истину, мы уже смотрим на предмет, например, на товарища Огородникова. Соответствует он понятию коммуниста-то или не соответствует? Да, раз он пришел на конференцию и выступает, он соответствует. Да. Скажем, кто-то там другой не ходит на конференции, не занимаются научной работой в современных условиях, они не коммунисты, не соответствуют понятию коммуниста.